Хочется отметить следующий факт, дорогие друзья. Сегодня все участники обязательно получат дипломы и подарки от организаторов нашего замечательного праздника. Давайте в честь этого подарим аплодисменты всем тем, кто уже вышел на эту сцену, и тем, кому это только предстоит. Это современное искусство так сложно понять. Настюш, ну давай попробуем с тобой разобраться в этом современном искусстве вместе. Вот смотри, если произведение искусства можно обойти, значит это скульптура. Если произведение искусства висит на стене, значит это картина. Ну а если вдруг ты услышишь, что заиграл синтезатор, что заиграли барабаны, сюда же подключились гитары, это значит... Поняла. Значит, на сцене инструментальный ансамбль. А у нас на сценической площадке вокальное трио, дорогие друзья. Давайте встретим это вокальное трио под названием «Конфетти». Дружными аплодисментами руководитель Ольга Горбачева, Курманаевский район.